Добрый вечер, Чадырлунга. Я рад находиться у вас в гостях. Мы жили с вами 30 лет без четкого плана развития. Ни один президент, ни одно правительство не заказало четкий план модернизации страны по ключевым направлениям. Без такого плана нельзя начинать полную перезагрузку страны. В 2014 году, за несколько дней до того, как нас сняли с выборов, я написал второй пункт в нашей программе тогда – ликвидировать центр по борьбе с коррупцией как главный источник коррупции в стране. Эта структура обходится нам с вами 6,5 миллионов евро в год. Мы должны вернуться к ГОСТу. ГОСТ — это раньше была конституция для всех производителей страны. Мы тратим сотни миллионов лей в год на содержание системы районных администраций. Нам они не нужны. Все деньги должны делиться поровну, в зависимости от численности населенного пункта, сколько живет человек и сколько квадратных метров имеет село или город. Один из пунктов – это региональные за год конторы. Неважно, это мед, орехи, мясо или лук, чтобы была фиксированная цена, чтобы люди не боялись выращивать эту продукцию. Мы подготовили законопроект, чтобы 5% от продажи сигарет и алкоголя шло на развитие молодежи и спорта по всей стране. Ребята, это 380 миллионов лей в год. Я предлагаю открыть во всех сельских аптеках, установить аптечные терминалы. Вы увидите, сколько должны стоить лекарства, когда контролю государства. И вы увидите, сколько они стоят участникам. Спасибо, Чадырлунга, я вас люблю. Всем хорошего вечера. Голосуйте так, как вам подсказывает ваше сердце. Мы будем работать во имя страны. Я буду слугой только своего народа, и наша команда тоже. Спасибо, хорошего вечера, до свидания. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.